На тестирование ОРТ я получила 231 балл. И я в ближайших моих планах находится то, чтобы поступить хорошо в университет. Я поступила в АУЦА, в Бишкеке здесь. И я поступила на программу программной инженерии. Мне кажется, для развития страны нужно начинать с молодого поколения, а конкретнее с образования молодого поколения. И для того, чтобы начать развивать свою страну, для начала нужно получить хорошее образование.